В Ульяновске проходит форум «Сделано в Ульяновской области». И туристическая секция не уступит промышленной. Здесь есть все. Можно посмотреть кости мамонта, можно искупаться в Волге и можно лазить по Сенгелеевским горам. Здесь представлены разные объекты. Это все-таки и исторические заповедники, и мемориальный комплекс, и, конечно же, национальный парк Сенгелеевские горы. Также, если вы любите парусный спорт, то здесь представлен регат как раз речного спорта. Также здесь можно, вы можете попробовать все виды гастрономии Ульяновской области, начиная от национальной кухни, заканчивая какими-то особенностями и изюминки именно авторской кухни. Многообразие нашего региона, его история, многонациональность, природные ландшафты представлены очень красочно и многообразно. Можно посмотреть и приобрести сувениры, ознакомиться с туристическими маршрутами, пообщаться с туроператорами и спланировать свой отпуск. Сурки у нас проснулись, и вы можете их наблюдать уже сейчас. А на первой смотровой площадке мы насчитали неделю назад 21 особь. То есть за 3 года действия национального парка у нас увеличивается количество сурков. Кроме этого, у нас расцвели первоцветы, поэтому мы приглашаем вас полюбоваться. На форум приехали гости из соседних регионов. В программе также обширная деловая программа, главная тема которой – развитие экологического туризма в России. Павел Половов, Артем Куранов, Улправда ТВ.